Всем привет! У нас день третий. Третье, да, мая. Что я делаю? Я готовлю кушать. Егорка с папой воду вытаскивают. Девочки Света, Катя и там у Светы подружки дрова складывают, перетаскивают. Оксана и Маша руки делают. О, вспомнила. Я морковку мою, очищаю и сейчас буду перетирать. Остатки морковки хочу перетереть и в морозилку убрать. А то она уже вянуть стала. Перетру и в морозилку уберу. Ваня, ты что, гулять будешь или еще? Разбирайся. А, это Марина. О, какая ты чистая. Одуреть не встать. Помощница Марина тоже дрова таскала. Дровяник папа наколол, они таскают. Маме ударилась. Ударилась? Как ты так ударилась? Надо же аккуратно, Мариночка. Очень аккуратно надо. Раздевайся и ручки мой. Хорошо? Да. Сейчас там. Раздевайся давай сначала, раздевайся. И ручки мыть обязательно. Ты же на улице была. Так, ладно, дорогие друзья, у меня уже кипит, все, готовим кушать. Все, суп сварила. Сейчас сварю кашу с гречнево-рисовую с мясом. Так что вот так вот как-то. Ребятки уже сели, кто с улицы прибежал, уже сели кушать свежий супик. Быстро они у меня. Так, я поставила стирку, надо еще развесить. Да. Гречку я еще, да, готовлю, твою любимую гречку. Марина раньше у меня не ела гречку, вот она не любила гречку. Сейчас же она гречку обожает. Просто. А раньше она ее не любила, ни в каком виде гречку есть. А сейчас она просит ее чуть ли не каждый день. Это хорошо, это очень хорошо. У нас вот снег растаивает, да, но земля мерзлая. Причем еще очень сильно мерзлая земля. У меня уже более-менее грядочки здесь подтаяли. Надо будет скоро клубникой заниматься. Так что вот так. Ладно, дорогие друзья, готовлю дальше кушать. Все, ребят, поставила варить гречку, уже залила. Сейчас налила себе супика вот такую вот порцию. Это икеевские тарелки и пойду поем. Я сегодня кроме чая еще ничего не пила. Как-то не хочется есть. Худеем, продолжаем. Я, кстати, все не могу батарейку купить в этот. Проверить, весы работать будет, не будет. Ладно, всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем доброе утро, дорогие друзья. У нас утро 4 мая. У нас вот так вот уже растаял огород, но есть где снег лежит. Но уже более-менее. Я поехала на учебу. У меня сегодня еще учеба ведет. В 9 утра нам надо сегодня быть. Поэтому Катя наказала, чтобы она Оксану дочь отправила. Ну, а я поехала. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. У нас погода вообще классная. Ребят, я уже пришла с училища. Бегом-бегом. Время 5 минут уже. Зашла в магазин, купила творог и сметану. Свежий привезли, поэтому взяла. Сейчас быстро направлю, чтобы Оксана успеет. Они, по идее, пироги ели. Ну, творог хочет ребенок. Сейчас сделаю по-быстренькому. А, творог свежий привезли, зернистый. Я с таким творогом люблю кексики делать. Вкусные получаются тогда. Угу. Зернистый, вкусный творожок. Оксаночка, найди, ешь. Сейчас сахар посыплю еще. Все, ребята, я отучилась.
Сейчас 6-го получу документы и все. Сметана еще осталась на потом. Так что вот такие вот дела. Чайник уже скипятил, сейчас кофе попью. Потом днем мне надо будет съездить в город еще по делам, по своим. Кое-какие документы сделать, так что вот так вот. Ладно, дорогие друзья, всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Всем привет, дорогие друзья. Злая как собака, вот верите, нет? Есть закон, вот кто многодетные, те поймут, что многодетные не платят за вывоз мусора. Предоставляют все документы и просто не платят. Нам не начисляется вывоз мусора. Что вы думаете? В том месяце мне начислили 2 с лишним тысячи. Я понять ничего не могу. Что за фигня? Я звоню им туда. Они говорят, ой, извините, мы сделаем перерасчет. Ладно, успокоилась. В этом месяце мне приходит уже на 4000 рублей в общей сложности за должность. Я опять звоню, говорю, девушка, да почему я многодетная мать? Говорю, у меня все документы, все есть, переоформлялась в январе, малоимущее. Потому что она меня спросила, вы, говорит, малоимущее или нет? Я им объяснила, что да, малоимущее, все документы есть. Она начала открывать все у себя там по компьютеру, видимо, это, смотреть, говорит, а у вас не поданы данные, что вы малоимущая и многодетная семья? Нормально. Я второй месяц скандалю с ними, а оказывается, они тут вообще ни при чем. Сейчас пойду в нашу администрацию, пусть разбираются, в чем проблема, что за нафиг. Короче, дурдом вообще полнейший. Я говорю, что мне сейчас вот это пересчитает, вот эту вот сумму 4000? Она говорит, ну, по идее, уже как бы нет, прошло время большое. Я говорю, извините, пожалуйста, если тут вина, по идее, не моя. И что, мне сейчас 4000 выложить, что ли, просто так? Да я за садик за все за это заплачу. 4000 вот сейчас пойду делать все это. 4000 мне надо оплатить тудым-сюдым за площадки за детей. Плюс выпускной машин, плюс садик. Как раз то самое выходит. Даже больше выходит. Получается, это мне сейчас ничего не надо вот это вот оплачивать детям, да? А заплатить за вывоз мусора. Нормально. По чьей-то вине я должна сейчас 4000 выложить. Злая вообще как собака. Вот напишите, что бы вы сделали на моем месте. Вася. Поздоровайся, Василиса. Василисочка. Вася. Вот такие вот дела. Ладно, дорогие друзья, я сейчас буду краситься немножко, приводить себя в порядок и поедем в город. Я тут, кстати, на днях доделала 2 вот таких магнита вышивала. Вот этот я вышивала для себя, а этот меня Маша попросила. Я ей вышивала. Это такие воздушные шары. Это к дню этому было воздушных. И вот вышивала такие, сделала магнитами их. Мне тут недавно, знаете, одна моя подписчица, это, ой, пишет, Настя, тебе можно устроить распродажу своих вышивок. И как раз деньги будут. Я говорю, да господи, да и кто их купит? Вы понимаете, что набор не дешевый. Там, считайте, цена набора, ну, допустим, самый дешевый рублей 400, да? Плюс твоя работа, то, что ты вышиваешь, ну, хотя бы рублей 100-150 ты накинешь сверху. За 550 маленький сюжет, да никто его не возьмет. Напишите, что вы об этом думаете. Я сейчас немножко, у меня прыщики какие-то вылезли на лице. Хочу нанести немножко тоналки. И это... Буду собираться уже, потому что ехать надо уже. Злая как собака. Да еще погода у нас не очень. Дожди уже, который день дожди. И сейчас мужа попрошу, пока буду ездить. Он мне обещал веревки переделать вот здесь, потому что у нас еще снега много. Он мне обещал в другое место переделать веревки, потому что дома вешать белье, дома влажность из-за этого сильная. Сейчас бы уже можно, по идее, на улице весить. Вот должен переделать, перевесить веревки. Так что ладно, все, одеваемся, едем с вами в город. Так, все, ребята, едем в город разбираться по поводу мусора. И в пенсионный еще пойду. У нас дождик опять идет, моросит. Мелкий такой, мелкий-мелкий. Противный такой. Ну ладно, ничего страшного, нас это не остановит. Идем разбираться. Поехали со мной.
Так, сходила я уже в администрацию, сказали разберутся, что я уже не первый обращаюсь. Это у нас именно вот эта вот контора, которая мусор выводит, мозги компостируют всем подряд. Ну, будем надеяться, что разберутся и все будет хорошо. Сказали подождать июня, там квитанция придет и будем разбираться. Так что вот так вот. Сейчас иду в пенсионную оформлять от 8 до 16. Ладно, шагаем вместе.